Всем приветики. Пришли ко мне такие соединительные штекеры. Оба одновременно. Упаковки, потому что это разные упаковки. Что это было в почтовом пакете с пупыркой? Что это в почтовом пакете с пупыркой? Только здесь еще есть пакетик дополнительный. А здесь нету. Ну и здесь... Здесь как бы они одинаковые. Внутри там даже что-то видно такое медное. Они нужны для того, чтобы в разрыв проводов вставлять сюда провода подсоединить и сюда подсоединить. И просто их так вот соединять. Вот ухо довольно-таки заходит и выходит. То есть сюда два провода зажимаешь, и сюда два провода зажимаешь. И все, они соединены. И потом соединяешь их и разъединяешь. То есть, к примеру, два провода с одной стороны подсоединил на мотор, а другие на питание. И просто не нужно их припаивать, просто прикрутил, да и все. Эти точно такие же, только уже в пакетике. Причем эти как-то поприятнее тем, что хотя бы в пакетик уложились, просто в почтовый пакет так насыпали. А когда разрезал, они все вот так и есть. Хорошо, что я разрезал, а не разорвал. Потому что они тогда бы... Просто разлетелись бы. Эти такие же, вот если сравнить. В принципе. Вроде бы одинаковые. Только этот ровнее как-то, это вроде кажется кривее. Как будто бы, да, этот ровно, этот кривой. А так на вид вроде одинаковые. А там уже что-то золотистое такое, не медное видно. И вставляется полегче как-то. Вот. Легче, легко вставляется. Ну, полегче вставляется и вынимается. Ну, эти, наверное, получше будут. Но даже по упаковке. Во-первых, пакетик, во-вторых, все уже друг с другом соединены. А здесь без пакетика и все вот так вот разъединено. Просто открыли почтовый пакет, все это туда так забросили и закрыли. Если бы я так разрывал бы пакет, а не разрезал, все по комнате бы разлетелось. Ну все, я эти все соединил друг с другом. Здесь, кстати, оказывается, тоже желтая есть. Там где-то была оранжевая, теперь уже желтая. Какие-то, ну, тяжелее вставляются, какие-то легче. Ну и сейчас надо их будет прозвонить, ну, как бы, мультиметром на предмет того, целые ли они. Ставим на мультиметре прозвонку, вот он звоночек, и дальше, когда соединяем штекеры, слышно, оно звенит. Ну а дальше просто берем, соединяем два контактика. С этой стороны плюс. Соединяем на этой стороне с плюсом. Слышно звенит. Теперь минус с минусом. Звенит с плюсом, не звенит. А здесь плюс звенит, а с минусом не звенит. Значит, все правильно работает. И таким образом проверяем их все. Но я это уже сделаю без записи, потому что это будет долго. Просто показал, как, ну, на примере одного, как проверяется. Остальные сейчас просто без записи проверю. Ну, в общем, все проверил, все нормально, кроме одного, вот этого, вот этот нерабочий. Кстати, внутри еще такая разрезная штука у них, ну, то есть не сплошная, а разрезная. Вон, видно, дырочка такая посередине. Этот рабочий, вот он, соединяем минус, он в середине, значит, пищит, соединяем плюс. Пищит. Ну или наоборот, или это минус был. Минус, да. А вот эта штука внутрь вставляем. Это, по-моему, плюс. Пищит. А снаружи минус. Он не пищит. То есть этот один нерабочий в этом комплекте. Кстати, они все кривые какие-то. Ну, то есть вот оно видно, что одна сторона идет ровненько, а это уже как-то наклонена.
Ну, короче, этот комплект не очень. Сейчас посмотрим следующий. У следующего комплекта тоже внутри разрез такой идет. Ну и будем сейчас прозванивать. Кстати, можно так по-быстрому все прозванивать. Сначала сюда вставляем, потом сверху. Опа, уже и не звенит. Я же не тот. Лол, не тот соединяю. Так. Следующий. И нужно, кстати, два проверять обязательно. Вставляем сюда, чтобы он не соединился с этим. Сюда звонил. Дальше сюда. Соединяется с этим, а с этим, чтобы не соединялся. Все, этот нормальный. И так все. Ну, здесь проверил, все работают, абсолютно все. Здесь я посмотрел тоже, кстати, какие-то кривые. Ну, то есть, вот она сейчас идет так вот ровненько. А это уже как-то вот сюда как-то выгнуто. Но я почему-то насчет этих и был в сомнении, то, что они так без упаковки, все так не соединены, раскиданы. А эти в упаковке все соединены. Ну, то есть, эти как-то более качественно сделаны. И здесь действительно, вот оно даже показатель того, как оно, даже упаковка уже говорит о том, качество или некачество. Здесь с упаковки все соединено, все работает. Здесь без упаковки не соединено, и вот один уже не работает. То есть нужно будет открывать спор, сколько я там, если, например, отдавал доллар за это, я уже просто не помню, то тогда 10 центов верну. 10 центов копейки, но все же. Потому что так, если продавец всем будет одну плохую отсылать, ну, то есть, которую, по сути, нужно выкинуть, а каждый из нее 10 центов переплатит, 10 человек закажет, уже лишний доллар продавцу перепадет. Поэтому пускай хоть 10 центов, но все равно возвращает. Вот, поэтому такие вот штуки. Ну, они мне нужны как раз-таки. Я просто заказывал у одного продавца и у другого. Я просто не знал, у кого будет качественнее. Но, оказывается, у этого качественнее. То есть, у этого дальше можно брать, а у этого не стоит. Вот. Так что, такие вот дела. Ну, а на этом все. Всем покедова.